Приветствую вас, друзья! Меня зовут Роман Душкин, и я известный специалист по искусственному интеллекту. И сегодня я с гордостью хочу представить вам наш новый курс. Наш – это курс агентства искусственного интеллекта, где я работаю директором по науке и технологиям. Наш новый курс, который называется «Основы генетических алгоритмов». Генетические алгоритмы – это один из методов, один из подходов в искусственном интеллекте, который сегодня очень серьезно развивается, и мы создали для вас курс, который дает быстрое погружение в суть того, что такое генетические алгоритмы, что такое эволюционный подход, что такое нейроэволюция. Пройдя наш курс, вы сможете оперировать этими терминами, понимать, что вам говорят разработчики, или если вы сам разработчик, вы сможете продвинуться дальше и начать уже заниматься непосредственно реализацией генетических алгоритмов, потому что у вас будет прочный фундамент из общей терминологии, из общих концепций, которые я вам дам на этом курсе. Мы кратенько рассмотрим, что такое искусственный интеллект вообще, какие в нем подходы, парадигмы, а потом погрузимся именно в эволюционный подход в искусственном интеллекте. Базисом эволюционного подхода являются, конечно же, генетические алгоритмы. Мы детально рассмотрим, что это такое, из чего они состоят, какой цикл, какие операции и все такое прочее. Но также мы узнаем другие направления в рамках эволюционного подхода, какие еще есть, какой зоопарк методов решения задач и так далее. В общем, приглашаю вас на мой курс, будет очень интересно. Ну и, как всегда, вы сможете задавать мне ваши вопросы, постараюсь на них отвечать. Подписывайтесь на курс, жду вас, всего доброго и до новых встреч.